и успокойтесь насчет «Игры престолов». В воскресенье вечером покажут завершающую серию этого сериала на канале HBO. Все пытаются угадать, кому достанется «Железный трон». На мой взгляд, есть единственный подходящий кандидат. Это моя теория, но я считаю, что «Железный трон» достанется волку Джона Сноу. Я скажу почему. Вы когда-нибудь пытались спихнуть собаку с дивана? Это почти невозможно. «Игра престолов» настолько популярный сериал, даже моя 4-летняя дочь о нем слышала. Она спросила мою жену о драконах. Хотела их увидеть, пришлось сказать, они слишком страшные. И это часть проблемы, потому что на западном побережье сериал показывают в 6 вечера. Мои дети ложатся спать в 7 и в 8, поэтому приходится смотреть позже, а я не хочу. Я хочу смотреть его со всеми остальными. К счастью, кто-то, я не знаю кто, какой-то гений, изобрел вот это. Не можете посмотреть «Игру престолов», потому что смотрите только «Щенячий патруль»? Телевидение превратилось в муку. Не обязательно, если у вас есть стерилиз, очки. Просто оденьте их на голову своего ребенка и смотрите «Игру престолов» вместе. Король ночи не такой страшный, когда он король Артур. И не беспокойтесь, ребенка не будут мучать кошмары после красной свадьбы, если Кейтлин Старк станет свинкой Пеппой. Вот что значит развлечение для всей семьи. Нет одежды? Не проблема, стерилизочки вас прикроют. Насладитесь сериалом с малышом безопасно. Стерилиз очки. Ха-ха, у любопытного Джорджа болит животик. Спасибо, стерилиз очки. Стерилиз очки – чистый способ смотреть телевизор. Может привести к слепоте.